Здравствуйте, в эфире «Время новостей» на МТВ, в студии Анна Рябова. И смотрите в этом выпуске. Волгоградская область готова провести межведомственные учения по гражданской обороне. Празднование Дня народного единства объединило десятки тысяч жителей Волгограда и области. Наши корреспонденты побывали на главных торжествах. 8 ноября в Волгоградской области состоятся комплексные межведомственные учения по гражданской обороне. Сегодня на оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Бочаров, рассмотрены итоги подготовки к масштабному мероприятию, поставлены дополнительные задачи. Глава региона подчеркнул, что комплексные межведомственные учения по гражданской обороне проводятся в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. В ходе тренировки будут отработаны этапы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также действия органов управления, силы и средств региона в условиях повышенной готовности. В учениях будут задействованы региональные органы управления, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, силы и средства гражданской обороны, органы местного самоуправления, энергетические и транспортные компании, а также предприятия и организации реального сектора экономики. По итогам проведения учений по гражданской обороне будут сформированы и представлены предложения по совершенствованию системы гражданской обороны населения и территории Волгоградской области. Органам управления губернатор поручил обеспечить подготовку к проведению учений, на особый контроль взять общественную безопасность, а также проверить работу региональной системы централизованного оповещения населения. И в продолжении темы подробности предстоящих межведомственных учений по гражданской обороне были озвучены сегодня на пресс-конференции. Слово Дарья Коломыченко. Межведомственные учения по гражданской обороне пройдут в два этапа. С 6 утра и до 11 информационное оповещение. С 11 до 18 часов практическая отработка мероприятий по гражданской обороне. Отрабатывать будут сразу несколько вопросов, связанных с защитой населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Укрытие населения в защитных сооружениях гражданской обороны, заглубленных помещениях и сооружениях подземного пространства. Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты. Эвакуация населения в безопасные районы, готовность сил гражданской обороны к проведению аварийно-спасательных работ и тушению пожаров. На территории Волгограда и Волжского будут слышны звуки сирены. Специалисты проведут проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Жители региона призывают соблюдать спокойствие. Повсеместно включаются сирены и звучат учебные сигналы гражданской обороны. Это то, что будет происходить завтра. Паники никакой не должно быть. Это учебные моменты по гражданской обороне, которые раньше всегда признавалось, в этом решили актуализировать и подходы эти пересмотреть в том плане, чтобы более цивилизованно и более доступно для всех людей было доведены сигналы оповещения. В масштабной тренировке примут участие представители органов власти, силы и средства гражданской обороны. В учениях задействуют и компании, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, функционирование объектов энергетики и транспорта. Так, на Каустике проведут тактика специальное учение по ликвидации аварии, связанной с выбросом химически опасных веществ. На Волжском Трубном отработают приведение в готовность защитных сооружений гражданской обороны и пунктов выдачи средств индивидуальной защиты. Организуют учения и на перегоне между станциями скоростного трамвая в центре Волгограда. На оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу в ходе учения обеспечить эффективное взаимодействие всех структур. Выявить, наверное, конечно, те проблемные вопросы, которые существуют, и найти пути решения, чтобы жители Волгоградской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в случае других каких-то катаклизмов чувствовали и понимали, что помощь придет своевременно. По итогам учений будут сформированы предложения по совершенствованию системы гражданской обороны населения и территории Волгоградской области. На это отводится 14 дней. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный указом президента. Реализуется комплекс мер по повышению безопасности и антитеррористической защищенности важной инфраструктуры, производственных социальных объектов и мест массового пребывания людей. Дарья Коломыченко, Андрей Кирсанов. Время новостей.
4 ноября волгоградцы отметили День народного единства и День Казанской иконы Божьей Матери. В праздничных мероприятиях приняли участие тысячи человек. По всему региону состоялись акции, митинги, тематические марафоны и флешмобы. В честь православного праздника город Ярославль подарил Александро-Невскому собору казанский образ Пресвятой Богородицы, написанный в начале 19 века. Перед ее ликом митрополит волгоградский и камышинский Феодор совершил божественную литургию, а затем от главного храма города стартовал крестный ход, который завершился у фонтана искусства. Все подробности у нашего корреспондента. Казанская икона Божьей Матери у православных – одна из главных святынь. На нее молятся в трудные времена, просят об избавлении от вражеских нашествий, семейном благополучии и защите Родины. Именно Богородице приписывают помощь русским воинам-освободителям Москвы от польских интервентов. Мы встречаем образ Божьей Матери Казанской для того, чтобы перед ней наш народ, наши люди совершали свои молитвы. Мы также будем молиться перед этим чудотворным образом о единстве нашего народа. Поклониться чудотворной святыне и присоединиться к божественной литургии возрожденный собор Александра Невского пришли сотни горожан, но были в молитвах и общей темы. Это великий праздник нашей Богородицы, заступницы, и тем более в такое время тяжелое, да, она наша покровительница всего народа и всей нашей России, матушки. Дай Бог всем здоровья, веры, сплоченности, духа, всех благ. То, что происходит, касается каждого из нас. Хотелось, чтобы каждый покаялся, помолился и был мир во всем мире. Среди участников праздничного богослужения – сестры Вера и Любовь. Последняя приехала на Казанскую из столицы. На очередь в крестный ход, который последовал за литургией, по семейной традиции они выстроились в числе первых. Крестный ход, он вообще освещает всю окрестность, округу, всю, всех людей, и всех верующих и неверующих, и всех подкрепляет, дает силы. Поэтому мы, конечно, будем участвовать в этом крестном ходе и насладимся той благодатью, которая нам дана будет. Старт крестному ходу дал колокольный звон. Во главе с образом Казанской Божьей Матери под предводительством митрополита Волгоградского и Камышинского Федора колонна членов духовенства и прихожан двинулись к верхней террасе центральной набережной. Атмосферу единства дополнял сводный хор епархии. Для безопасности участников шествия несколько улиц в центре города для движения транспорта перекрыли. Охрану колонны обеспечили казаки Волгоградского казачьего округа. В едином строю с горожанами и гостями города прошли вице-губернатор Волгоградской области Геннадий Шевцов, депутаты областной и городской думы и общественники. На сцене центральной набережной перед ликом Богородицы члены духовенства произнесли молитву о сохранении мира и единства в России. Сегодня Россия противостоит агрессии коллективного Запада, когда находится под угрозой безопасность нашей страны, наши национальные интересы и духовные ценности. Обращаясь в молитве, к молитве к Царице Небесной, мы должны помнить о необходимости нашего единения, к которому так призывает апостол Павел. Поклониться святому образу Богородицы верующие могут в соборе Александра Невского. По благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Федора древняя икона станет символом божественной милости и благодатного покрова Божьей Матери над Волгоградской землей. Празднование Дня народного единства на верхней террасе центральной набережной Волгограда продолжил торжественный митинг. Участие в нем приняли представители органов власти, общественники, а также члены национальных общин, казачьих обществ, религиозных организаций, студенты и городские активисты. На площадке работала и наша съемочная группа. В День народного единства российский триколор обретает особое значение. Краски цветов национального флага горожане наносят на лица, в тон подбирают и гардероб. С собой главный атрибут флаг Российской Федерации в миниатюре и в натуральную величину. Праздник такой, День народного единства, всем мира, добра. Вот поэтому мы здесь. Пришли как бы отметить, отпраздновать, повеселиться. Если мы все вместе будем, значит, все будет хорошо, мир на земле будет.
В этом году праздник обрел новый смысл и объединил миллионы людей по всей России. Поддержать страну в непростое время по зову сердца на центральную набережную областной столицы пришли несколько сотен волгоградцев и гостей города. Я россиянка, потому что я житель этой страны. Это нормально, то, что мы сегодня все здесь. Поздравляю Волгоград, поздравляю всю Россию, всю страну. Пусть все у нас будет хорошо. Могущество народа России в единстве. А силы противостоять любым нападкам извне русским людям всегда давала верность отчизне. Строки государственного гимна под музыкальный аккомпанемент участники митинга исполнили хором. Некоторые не смогли сдержать слез, ведь сегодня страна снова переживает непростые времена. Сейчас, как никогда, нам важно знать, что рядом с нами наши друзья, братья, и то, что мы с вами единый народ. Наша страна велика и могуча. Она объединяет много конфессий и национальностей. И всегда на нее нападали враги. Но мы всегда были вместе. Наша сила в единстве. В единстве наша правда. В мире и согласии в Волгоградской области проживают представители 140 национальностей, среди них немало героев современности. В рамках федерального проекта «Народы вместе сквозь года» активисты общественной организации «Дом дружбы» поддерживают новых граждан страны. При фронтовых городах разворачивают полевые кухни и раздают гуманитарный груз. Привозят груз в Волгоград, мы его здесь формируем и отвозим его на территорию. Все населенные пункты, которые новые освобождаются, мы там раскрываем 100-метровый российский флаг. И люди радуются нашей победе. И победа по-любому будет за нами. На сцене центральной набережной участники творческих коллективов продемонстрировали весь национальный колорит региона. Широкое празднование Дня народного единства в городе-победителе – еще одно доказательство того, что сила народа в единстве. И нет преград для тех, кто верен своей родине. Дарья Коломыченко, Екатерина Кудряшова, Глеб Волков, Роман Седлецкий. Время новостей. Песни, пляски, праздничный митинг и концерт народных коллективов. Торжества развернулись во всех районах, но главной точкой притяжения по традиции стала центральная набережная. На центральной набережной десятки людей. Здесь и взрослые, и дети, школьники, и студенты. Многие пришли большими компаниями, ведь в кругу друзей и близких всегда веселее. Участниками яркого праздника стали и студенты Волгоградского строительного техникума вместе с наставниками. Замечательное настроение. Хотим отметить праздник, День единства. Мы, в принципе, всегда с нашей страной. Мы очень рады. Видите, все группы собрались в выходной день. Директор, замдиректора, я преподаватель. Моя группа любимая. Всех поздравляем с праздником, с Днем народного единства. Мы всегда вместе. За мир и дружбу. День народного единства – праздник молодой, но популярный. Он знаменует сплоченность русского народа и его искреннюю любовь к Отечеству. Умиротворенное, единение народов. Да. Мы живем в многонациональной стране, в которой столько чудесных людей, столько чудесных народов. Любите и будьте любимы, кайфуйте, жизнь одна! Казачьи пляски, мотивы русских народных песен и зажигательные кавказские танцы. На сцене лучшие творческие коллективы Волгоградской области. Традиции и обычаи разных народов возвращают каждого к своим истокам и помогают воспитывать истинный патриотизм. Анна Калмыкова танцами занимается уже 12 лет, состоит в ансамбле «Ритм Кавказа». Ну, это аварский танец. А это его национальный костюм. Обычно вот он расшивается золотыми и серебряными нитями. Он такой очень энергичный, веселый. Ну и такой подает настроение всем, и мне тоже. Я себя чувствовала уверенно. Репетировала тоже долго, поэтому чувствовала себя прям хорошо, уверенно, не боялась. На территории Волгоградской области в мире и согласии проживают представители более 140 национальностей. День народного единства – еще один повод вспомнить, что преодолеть любые трудности можно только вместе. Тут все так друга тепло встречают с улыбкой, неважно какой ты национальности. Ведь Россия – она многонациональная страна, и это очень ценно и важно в данный момент. Ну и, конечно, какой праздник без искренних и теплых слов поздравлений? А что сказать, ребята, с праздником! Хочу, чтобы всегда было так, было единство во всем! Я поздравляю с Днем народного единства. Очень хороший российский праздник, правильный.
Вот, желаю всем крепкого здоровья, счастья и чтобы все было хорошо. Максим Черпак, Виталий Грищенко. Время новостей. К другим темам. Территорию возле музея-заповедника «Старая Сарепта» в Красноармейском районе продолжит благоустраивать в 2023 году. Муниципалитет инициировал конкурсные процедуры на определение подрядной организации, которую предстоит привести в порядок около 10,5 тысяч квадратных метров, в том числе площадь Свободы. Проект предусматривает мощение тротуаров разнообразной плиткой, укладку рулонного газона, озеленение, установку системы автоматического полива и малых архитектурных форм. На пешеходной дорожке, ведущей в сторону проспекта Героев Сталинграда, будет оборудована входная арка. Напомним, территория у музея-заповедника «Старая Сарепта» набрала больше всего голосов в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства в 2023 году. В этом году в нормативное состояние приводит участок между музеем и клинической больницей номер 15. Здесь оборудуют парковку и тротуары, протянут коммуникации для линии освещения и видеонаблюдения. В сквере на площади Свободы в рамках проекта по обновлению мемориалов на территории региона реставрируют братскую могилу воинов 57-й и 64-й армий. Правила оформления загранпаспорта в 2023 году. Может ли чеснок продлить жизнь, а также предсказания Нострадамуса? Что ждет человечество в будущем? В эфире краткий обзор самых читаемых публикаций нашего информационного портала mtv.online. Прививку от гриппа сделали уже свыше миллиона жителей области. Совершеннолетние волгоградцы совмещают вакцинацию от гриппа с иммунизацией от новой коронавирусной инфекции. Из Волгограда отправили очередную партию снаряжения для мобилизованных. Тактические рюкзаки, наколенники и налокотники, спецобувь, ветроблагозащитные костюмы, зимние спальные мешки и многое другое. Закупили снаряжение за счет средств фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО «За победу». Волгоградская область вошла в десятку лучших по внедрению стандартов экспорта. Рейтинг составлен экспертами Российского экспортного центра. По каким критериям оценивались регионы? Сотрудники ГИБДД советуют автомобилистам переходить на зимнюю резину. Какие еще рекомендации стоит соблюдать в преддверии холодов? В День народного единства электрички в Волгоградской области будут курсировать по измененному графику. Где найти подробное расписание электропоездов, читайте на mtv.online. Ученые реконструировали лицо человека спустя 200 лет после его смерти. Мужчина жил в Коннектикуте и считался вампиром. Все подробности на нашем сайте. А также правила оформления загранпаспорта в 2023 году, новый маршрут крестного хода в Волгограде, может ли чеснок продлить жизнь и предсказания Нострадамуса, что ждет человечество в будущем. Все это и не только, читайте на сайте mtv.online. Сразу после выпуска новостей приглашаем вас на телеэкскурсию в бункер Сталинграда. Вместе с ведущей Алиной Успенской вы увидите, как мирные жители обустраивали быт в бомбоубежище, и увидите экспонаты времен Великой Отечественной войны, а также побывайте в подземных ходах и почувствуете себя героем настоящего документального фильма. А в 18:10 мы покажем историческую драму «Подданные революции», фильм, посвященный памяти Генриха Звейника, первого комиссара Инзенской революционной дивизии, погибшего в 1919 году при обороне Луганска и похороненного на Красной площади по личному распоряжению Ленина. Не пропустите, 18:10 на МТВ. И, конечно, не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях и делитесь своим мнением в комментариях. С подробной лентой новостей можно ознакомиться на нашем информационном портале mtv.online, а полная коллекция видео на rutub.ru. Поэтому подписывайтесь на наш канал, и так вы не пропустите главное. Ну а итоги дня подведем уже в 20:00, поэтому не переключайтесь.
Сегодня вечером в Волгограде пасмурно, без осадков. Ветер легкий, юго-восточный. Столбик термометра к ночи опустится до плюс 1, а уже завтра днем поднимется до плюс 6. Осадков тоже не ожидается. Ветер южной четверти с порывами до 10 метров в секунду.